Иди сюда. На. На. Я нашего Гранула. У нас Ариша единственный заяц, который оценил Гранула русское сено. Кролики вроде как его любят. А вот зайцы из-за того, что Гранула довольно крупный, не очень. Хотя он некоторые зайцы-владельцы тоже заказывают. А Ариша вот прям как наркоманочка, да? Только вот у меня их нету. Мешанки практически. Они уже кончились к твоему приезду. А, сухофрукты она не очень хочет. Жмых она тоже не очень хочет. И более мелкие гранулы. Другой марки она тоже не хочет. Будешь? Нет. Сейчас найду, сейчас откопаю. На. Ветки кое-как. Через раз яблоки любят свежие, морковку любят свежую. Ну, тыкву тоже ест. И не знаю, как бы другие зайцы тоже все это любят, поэтому это все быстро из вольера исчезает. К тому же, как в мокрую погоду, мы стараемся немножко ограничивать ПМЖшников. Свежих таких. Что-то страшные звуки. В свежих кормах. Таких сочных, простите. Корма-то все свежие. Вот. Речь именно о сочке, потому что сочка иногда может немножко расслабить кал, а на фоне мокрой погоды это может спровоцировать бактериальную инфекцию. Как-то так. Слушай, а ну так угранул будешь? Нет? Прокатило? Ай! Палец! Окей, а... Смотри, тут груша есть у меня. Сухая груша. Будешь? Будешь сухую грушу? Сухая груша. На. Ариша. Ариша! Ща, откопаю. Вот еще кусочек от твоей гранулы. На. Что, мне ради тебя мешками заказывать, да? Я тебе уже со всей мешанки скормила. Что еще здесь есть? Сухого, вкусненькое. Жмых тыквенный, жмых кукурузный. В общем, кормление зайцев улетает в тущу копеечку. У нас корма расходуется примерно 5-6 килограмм. Сухого ежедневно, если зайцы особо его не разбрасывают. Ить! На! И это, конечно, не исключая веточки, не исключая свежие фрукты и овощи. Ягодки там, еще что-то. Траву в летний период. Хотя, я думаю, с травой и с листьями чуть поменьше будет расходоваться килограмма 4, если зайцев больше не станет. А зайцев, скорее всего, станет больше, да. Как это сезон без зайцев? Съешь сухофруктину, кому говорю. Вот. Молодец. Послушная девочка. Из земли, наверное, не будешь подбирать. Я бы тоже не подобрала. Ой. В общем, вот тут. Лежит? Сама дальше разбирайся. Аришка. Зубки, зубки. Это вредная привычка чесать зайцам зубки. Очень интересная на ощупь. На конце как наждачка. Острая наждачка. Однажды себе палец чуть до кости не пропорол, при этом сама же напорол, и заяц назад дернулся. А так-то им обычно нравится, когда зубки почесываешь. Да? Заяц. Ага, Риша-то свою Лёшку стала охранять. Она у неё с сеном. Я сама скажи, все утаптывала.
Здрасте, месье Тава.